10 августа инструктаж личного состава госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский отдельного батальона ДПС, заступающих в вечернее время на службу по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», провел заместитель начальника отдела ДПС управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея Руслан Дачлеш. Подполковник полиции довел основные цели и задачи мероприятия, отметил состояние аварийности на территории республики, в том числе в Кашхабльском районе, обратил особое внимание на работу по профилактике ДТП с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. На территории республики по итогам 7 месяцев зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, совершенных с участием водителей с признаками опьянения. В результате данных происшествий 8 человек погибли и 31 человек получил ранение. Но если брать Кашхабльский район, значит, за этот же период здесь, на территории района, зарегистрировано одно ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. В результате данного ДТП погиб один человек и один человек получил ранение. Значит, мы анализируем происшествие, видим за последние 5 лет, значит, ДТП с участием пьяных водителей у нас снижается. Снижается у нас и количество водителей, которые задерживаются в состоянии опьянения. Также снижается и количество водителей, которые задерживаются повторно, то есть по уже уголовно наказуемой статье по 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но, скажу, тем не менее, я поводов для самоуспокоения не вижу. Значит, периодически на наших улицах и дорогах появляются пьяные водители, которые приносят нам нехорошие моменты, да? В том числе и ДТП, в том числе и связанные с гибелью, с ранением людей. Поэтому, значит, в очередной раз проводим мероприятие сегодня. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы района Руслан Емыков и глава Кашхабльского сельского поселения Мурат Курашинов, которые также в последующем приняли активное участие в проведении профилактической акции. Очень трудно переоценить значимость и важность мероприятия, которое проводите вы сегодня. Именно поэтому в связи со значимостью этого мероприятия, именно социальной значимостью, мы с Муратом Мухарбиевичем с удовольствием приняли приглашение участвовать в этом мероприятии, за что я вас тоже благодарю. Хочу выразить благодарность присутствии руководства республиканского управления за четкую и слаженную работу сотрудников, которые располагаются на территории нашего района. Общаясь с коллегами, я все равно делаю выводы, что редко где такую слаженную работу можно увидеть. Благодарю их за это и всегда стараемся отвечать на это взаимностью. Вы все прекрасно знаете, что практически на все значимые, тяжелые, сложные ДТП всегда выезжает глава района лично. В редких случаях, когда он не может этого делать, выезжает заместитель в моем лице. Всегда присутствует глава поселения, любые просьбы, которые поступают от сотрудников помощи при там транспортировке средств передвижения либо тел с места ДТП, мы всегда идем навстречу. Хочу поблагодарить вас за четкую и слаженную работу. Спасибо. После этого сотрудники отдельного взвода ДПС и личный состав УГИБДД получили приказ о заступлении на службу. Внимание! Шаговись! Равнять! Смирно! Приказ заступить на охрану общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кашхабльского района. Принесение службы, соблюдать дисциплину и законность при обращении с гражданами верности людей. Направо! По маршруту позади. В течение 2 часов стражи порядка массово проверяли водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Сегодня мы на территории республики проводим профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств под условным наименованием «Нетрезвый водитель». Цель нашего мероприятия – это недопущение фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения, выработка в сознании каждого водителя неотвратимости наказания за данные грубые
нарушения правил дорожного движения. Мероприятие, как я сказал, проводится на территории всей республики. В частности, мы тоже в таком составе. Это наряды отдельного батальона ДПС, сотрудники аппарата управления госавтоинспекции, личный состав отдела госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске. Вот в таком составе мы в период с 19 до 21 часа сегодня проводим данное мероприятие. По статистике мы смотрим, за последние 5 лет у нас отмечено снижение количества ДТП, которое происходит по вине водителей в состоянии опьянения. Но, тем не менее, проблемы остаются острые. Следует отметить, что о проведении данного мероприятия участники дорожного движения были проинформированы заблаговременно. Информация была опубликована на официальных сайтах МВД по Республике Адыгея. За время тотальных проверок госавтоинспектор выявили 2 правонарушения.